Father. Правда. Поздравляю. Поздравления, Кичиро. Я укрепил замок, как инструктируется. Теперь мы ждем. Что не так, мой друг? Ты выглядишь пораженным, но не от поля сражения. Мутатада, ты знал хозяина, начиная с детства. Ты его друг. Скажи мне правду. Хозяин находил меня блуждающие руины моей завоеванной деревни, поскольку он говорит. Он спасает меня? Да и нет. Ты видишь, именно он завоевал сначала твой клан и затем твоя семья. Он заказывал твоим родителям до смерти. Я следовал за Токугава вслепую? Ты следовал за ним, потому что он твой хозяин. Тогда, что это делает мной? Хозяин всегда видел в тебе человека с великим общением, обещанием. Следует разделить его уверенность. Теперь приезжай. У меня есть чувство, что благосклонение улыбается нам в ближайшее время. Вот такое вот вступление у нас было, а мы тем временем играем в Age of Empires 3 Азиатские династии. Последнее противостояние Фушими. В бой вступают к стенам! Защитите замок Фушими до вражеских падений или пока мы делаем. Хорошо. Уничтожить всех врагов вдоль восточной дороги. Это у нас основное задание. Как я вижу, на нас наступают с юга и с востока. Что нам делать? Нам юг защищать или восток? Или вот этих вот козлов разбивать? Давайте сразу городской центр выносите тогда. Эти нам помогать не собираются, я так вижу. Что такое? Убивайте всех врагов. Нет, лучше. Я даже не знаю, мне или врагов отбивать, или городской центр выносить. Ладно. Смотрите, я только подвожу свои войска, то есть пытаюсь крестьян бить, они залазят в городской центр и стреляют из него. Сволочи поганые. О, у меня еще вот здесь, оказывается, есть работяги. Не заметил их сразу. Да что такое? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нас уже трое. Один там наш парень приуныл. Прямо у фундамента городской постройки, городского центра. Так. Давайте отправим наших ребят разобраться с этими. Покажи слугам Токугава, что случается с предателями для объединенной Японии. Хорошо. Вот я этим самым как раз таки и занимаюсь. Я хочу наказать этих подонков, которые нападали на нас. Чё-то они какие-то жесткие. Наш полководец почти умер. Насакуだね。何？分かりました。いいよ。よし。読んだ？
Так. Нанимаем побольше крестьян, чтобы у нас не было проблем с продовольствием. Чтобы мы могли в любой момент создать любое количество воинов. Они основывают грязность с кровью наших врагов. Не останавливаться теперь. Затопи ворота. Хорошо, сломали первую вышку. Давайте вернемся. Перегруппируем наши войска. Так, мне бы на золото пару крестьян кинуть. Ну как они обойдут вот это все добро и придут туда, не знаю. Ладно, пусть пока деревце рубят. Блин, еще один наш парень приуныл. На этот раз у наших стен. Хоть это радует. Генерал Кичиру. Подождем, пока встанет. Эх, нельзя нанять еще мушкетеров. Блин, а они прям не перестают, да? Выдвигаться на нас. Надо, наверное, этих ребят отправить им на помощь, на подмогу. Ну, тогда мы оставим восточные границы нашего замка незащищенными. Так, давайте вы, наверное... Может, их на золото отправить? Ладно. Так, уничтожить всех врагов вдоль восточной дороги. Уничтожить лагерь. Освободить наездников, понятно. Нам бы хотя бы уничтожить основной лагерь. Ой, ё-моё. Защитить восточную дорогу. Я так понимаю, это восточная дорога и была. Ну, тут клад есть. Давайте пока разведуем границы до конца, посмотрим, что там есть, чего там нет. О, кстати, давайте плантацию построим, пусть они добывают что-нибудь полезное, чем дерево. Хотя что может быть полезнее дерева, да? Дерево всегда в дефиците, если золото и пищу можно еще как-то... как неограниченно добывать, а вот с деревом проблемы. Всегда с деревом проблемы. Поэтому я всегда, когда развиваюсь, под конец ставлю завод, который вырабатывает дерево. Но японцы скудные, у них нет завода, поэтому... Поэтому мы добываем рис. Так, нам не хватает жилищ. Давай, строй. Дома. У них даже не дома, а святыни какие-то. Которые добывают мне дерево. Вместо завода. Так, здесь я могу пройти, а вот сюда я могу выйти или нет? Нет, не могу. Понятно. Давай туда иди. И обследуй вот этот туман войны. Главное далеко не заходить, чтобы не отхватить от врагов лещей. Ой-ой-ой, что это там за звуки? Кто-то из пушки шмаляет, что ли? Да, реально, смотри. Ты какой хитрый. Уже и Пушкин притаранил. Он так и стену нам может сломать. Это не радует меня вообще. Никак. Нисколечки. Так, ты чё не работаешь? Давай строй дома. Делай Японию великой.
Блин, опять наш этот Кичиро приуныл. Давайте на подмогу им создадим пару бомжей. Может быть, они справятся. Мне интересно, почему наш союзник желтый не создает никого дополнительно? Почему мы только должны погибать? Это же его замок. Что за фигня? Почему мои парни умирают за чужие постройки? Так, тут еще золото, клад. Давай-ка, ну-ка, вот сюда пройдите. Что у нас тут есть? Наверняка что-то есть. Йондакай, иди золото руби. Фермопильский проход какой-то. И выходит прямо на базу врага, да? Ну давайте, раз пришли, давайте разбираться. Порубаем просто их. Как капусту в салат. Мои ниндзя рубают их только так. Да, давай, мочи этого самурая. Ты смотри, живой какой. Давайте лучников. Ну ты чё так задергался? Не надо так дергаться. И шумер, как эпилептик. Все. Теперь можно вышки валить. Ах вы! Смотри, что делаешь. Ты посмотри. Хитрец. Ой, хитрец, а? Ай-яй-яй, нельзя так, нельзя. Давайте пока дерево рубите, не стойте зря. Ты останься, ты мне нужен. Сейчас еще один создастся, селянин, и мы отправим их на золото. Чтоб у нас было 10 на золоте. И в принципе по крестьянам уже все. Да что такое? На нас со всех сторон просто валят. И с востока, и с юга. Я не успеваю. Не успеваю, не успеваю. Так. Хорошо. Охраняйте. А лучше помогайте нашим ребятам. Что-то их там расстреливают жестко. Так, что у нас здесь? Хичиру приуныл. Нам стену вынесли. Отлично. Просто замечательно. Блин, эти башни очень убойные. Наших парней валят с одного выстрела. Ну, практически с одного. Так. Давайте улучшим добычу дерева. Все на дерево кидаем. Еду и золото всегда успеем, а вот дерево кончается, как я уже и упоминал ранее. Да уничтожьте эту пушку, вот этих лучников, чё вы стоите, жуете сопли, давайте, давайте, ну. Вы же мушкетеры, чё он там прыгает, давай. Ты смотри, скотина. Всё-таки нашего пацана угробил. Давай, Хичиро, отступай, отступай. Назад, пока тебя не грохнули. Так лучше делать. Интересно, он один их угандошит? Или опять уныние накроет его, и он приляжет там же. Так, тут 10. Тут у нас 5. Здесь у нас тоже 5. Отлично.
Теперь идите туда, надо всех селян переселить подальше от этого замка, а то я чувствую, рано или поздно он рухнет. Тут уже тем более такая дырень образовалась, что не очень радует. Давай, по одному, по одному. Еще лучников, еще мушкетеров давайте. Смотри, какой упертый, а. Блин, как бы нам этого парня поднять? Он прям у стен городского центра лежит. Смотри, опять пушку тащит, сволота такая. Только успеваешь отбиваться, он опять отправляет каких-то вонючих сопляжуев. Да что ты такой слабенький, а? Кашку не ел. Падаешь вечно. Давайте. Да что такое, ну? Я вообще не могу на 1 метр продвинуться, что ли? Хотел своего пацана поднять, а то он там уже лежит, я не знаю, с самого начала игры. А уже прошло, я не знаю, около... минут 15-20 точно. Да, отлично, отлично. Поломали им торговый индийский пост. Так. Давайте этих пацанов отправим на юг. Пусть помогает. То у нас парни закончили здесь. Смотри, что делает лучник. Стреляет, такой себе стоит. Из-за речки. По одной стреле выпускает. Надо еще, крестьян, еще. Хочу больше еды, больше дерева, больше золота. Так, интересно, эти палатки уже были, или это он сейчас понастроил? Кто меня убивает? Так, улучшаем все подряд. Зачищаем потихоньку восточную дорогу. Так, сюда вот поставим. Еще 10 крестьян на подходе будут добывать нам еду. Пусть добывают нам еду, а почему и нет? Еды как бы много не бывает. Тем более в такой маленькой стране, как Япония. С едой в таких странах всегда дефицит. Ну, как и с деревом. Ну, и с золотом тоже. Ну, и совсем, в общем, как бы, дефицит. Мы боролись трудно, чтобы предотвратить неизбежность. Но наше сопротивление слабеет. Кичиро, вам решать, чтобы сопроводить людей к безопасности. Исследуй дорогу на восток. Сопроводить 30 сельских жителей к свободе. Перед падением замка. Падениями замка. Награда 10 тысяч единиц опыта. Я уже исследовал. Я уже там все зачистил. Так что наши 30 селян беспрепятственно, в принципе, смогут спасти свои никчемные жизни. Иза! Осинатори, Таначини. Давай, давай, давай. Что у нас тут? Магазины пороха, хорошо. Взрываем магазины пороха. Сельские жители убегают на восток, следует защитить их. А чё их защищать, там же никого нет. Давайте лучше сломаем вот эти вот постройки. Спасем этих пацанов. Чё они сидят, томятся в этой бутырке. Так.
На севере вроде у нас войск хватает. Но я больше не могу создать, блин. Нужны дома, так ты остановись. Остановитесь. Стройте дома. Давай, 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 давай. Побольше домов. Ну, радует, что наш союзник тоже хоть кого-то создает. Смотри, а? Нарисовались какие-то засланные казачки. Прям вот стоят вот на перекрестке трех дорог. Не дадим им завладеть нашими селянами. Валите их. Ты ж чё задумал? Это что, по 6 крестьян будут идти постоянно? Еще попутно их будут рубить. Как капусту в салат. Ну, я думаю, это надолго затянется. Так. Восемь. Угу. Еще двоих надо. Вот ты девятая. Где десятый? А, десятый у нас дома строит. Ну, отлично, отлично. Просто замечательно. Дебил. Застроил там. Придурок. Сельские жители убегают на восток. Следует защитить их. Да понял, я понял. Подожди, у меня тут разборка крупная, что, не видно, что ли? Мне надо вот этих вот козлов всех поубивать, чтобы высвободить наших ребятишек. Чё тут такое? Вы чё, не можете разобраться с этими сопляжками? Ой-ой-ой, ты чё тут удивление какое-то строишь? Ты что, больной, что ли? И башни по... Да. Ну это наглость. Это наглость. Я считаю, это просто наглость. Перед нами строить башню. И какое-то удивление. Ну, просто человек бесстрашен. Да убить этого лучника, а, господи. Да подождут твои селяне. Чё мне, кем мне их защищать? Нет же никого. Это удивление что-то... На удивление плохо уничтожается. Так... Ну зато эти ребятки неплохо так продвигаются. Зачистили восточную часть карты вообще без проблем. Проблема. Да что такое ты мне мигаешь? Я понял, что надо их защищать. Ну подожди, у меня же здесь рекрутируются ребята. Плюс враги наступают с юга. Чё мне делать-то? Блин. Давай вот эту херотень здесь. Захерачь мне. Так, Ио. Чё, все золото сдолбили? Давайте еще. Просто ребята больные они какие-то. Все золото выкачали с нашей японской земли. Исчерпали весь рудник. К
кто-то здесь стоит и наших всех селян вырезает. Или они все-таки проходят? А, вот же, сельские жители сохраняли, 26. То есть мы 26 сельских жителей уже спасли, а надо 30. То есть если четверо дойдут, то будет замечательно. Надо просто продержаться, вот и все. Не думаю, что нам доставит это много проблем и займет много времени. Так что... Или подожди, 26 это уменьшение идет. Сейчас проверим. Нет, уже он 27. 28. 29. Эх, один все-таки не дошел. Печально. Эти уже прорываются прямо к нам в крепость. Печаль, беда, опасность. Вот же, блин, нам надо спасать наших крестьян. Сейчас будет просто геноцид нам устраивать вражеский генерал. Просто надо всех спасать. Так, банк тоже, уезжай. Вот, блин. Нам надо, чтобы хоть один дошел, но... Походу, никто не дойдет. Все побочные задания я выполнил. Осталось только основное выполнить. Вот здесь трое стоят еще там на выходе. Несколько всадников или обычных пеших воинов. Так. Ну здесь уже серьезно идет атака врага. Там уже ничего не сделаешь. Если честно. Командо? Я. Так. Эвакуация имеет успех, но гнев сражения на. Если следует умереть, мужчины, то сделать так борьбу. Вы одержали победу. Последние слова. Мы преуспели в том, чтобы занять врага, но сражение закончено. Следует пойти, Кичир. Я не могу. Это борьба Токугава, не Мина. Токугава сделал тебя человеком, который ты. Вам решать, чтобы решить ли, что человек сирота или генерал. Теперь пойди. Учти мои слова, я хотел выступать в пределах моего замка и умирать. Быстрая смерть. Было бы легко убежать и бежать от смерти, но это не путь воина. Переживать твоей жизнью за твоего хозяина – неизменный принцип. Таким образом, это правда. Метрополии. Можно выбрать новые карты. Так. Ну, я, как обычно, наверное, по экономике что-то выберу. Типа быстрая добыча,
на мельницах или плантациях. Тут вообще выбор такой скудный, если честно. Мало что можно. Так, самурай, Ронина, давай возьмем. Полностью всех. Вот этих вот возьмем, чтобы отправлять себе крутых ребят. Ну и что-нибудь такое, наверное. Все. Карты закончились. Теперь нам надо построить новый комплект карт. Убрать лишнее, добавить нужное. Давайте всех воинов уберем. И посмотрим, каких лучше добавить. Отправлять даймон наездника. Так, не хочу. Таможня. Вот этих ребят. Так, на четвертой эпохе. Эти тоже на четвертой. Мне надо что-нибудь на третьей, на второй. Так, крестьяне. Еще один. Ну, в принципе, да, вот так, ниндзя. На десятой. О, 10 ниндзя на третьей эпохе. Я считаю, отлично. Я считаю, это идеальный комплект карт, который спасет любого игрока, начинающего или бывалого. Даже давайте вот так сделаем. Нет. Вот так, да. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока.